Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В этом уверена жительница Енисейского района Альбина Почекутова. Накануне 8 марта она рекомендует всем мужчинам удивлять милых дам не только цветами, но и тортом. Как его испечь, узнаем прямо сейчас. У Альбины есть много сладких рецептов, но нам она предлагает самый простой, чтобы не пугать таких, как я, новичков на кухне. Вверх, вот, и все взбиваем. Ничего-ничего страшного. Для начала нужно взбить пару яиц и стакан сахаром. В полученную массу добавить полстакана майонеза и снова взбить. Затем высыпается стакан муки и пол чайной ложки соды. А чтобы избавиться от привкуса соды, ее нужно загасить уксусом. Я наливаю в чайную ложечку где-то уксуса и наливаю в это место, куда насыпала соды. Все. Нам понадобится форма для выпечки. У меня она, вот как видите, вот такая силиконовая. Чем она удобна? Коржик, донышко, не пристает, не пригорает. Несмотря на то, что форма силиконовая, ее обязательно нужно смазать маслом. Ну что, теперь выливаем наше тесто. Вперед, смелей прям. Льем в центр. Непроста кулинарная наука. Разровняв тесто, отправляем форму в духовку. Рекомендуемая температура 200 градусов. Через 30 минут корж будет готов. Пока корж допекается в духовке, нужно сделать крем. 250 граммов мягкого сливочного масла смешиваем с охлажденной сгущенкой. И снова работает миксер. При желании можно добавить шоколад и орехи. А дальше в сладкую смесь надо покрошить часть готового пирога. Мы верхний слой сейчас снимем. Мы его потом сделаем в крошку, перемешаем с нашим кремом. Этот торт Альбина называет банановый. Название придумала сама из-за начинки. Нарезанными бананами покрывается весь корж, а уже затем на бананы выкладываем крем из масла, сгущенки и крошек. Даже если что-то и не получится, милая дама наверняка с благодарностью оценит старание удивить ее угощением, сделанным своими руками. 8 марта можно отправиться с этим кофе в постель. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Специально для «Утра на Енисее».